Здравствуйте. Сегодня мы с вами рассмотрим текстовые задачи на проценты, а именно на сплавы и смеси. Такие задания есть в первой части единого госэкзамена, а также еще можно встретить и на базовом уровне. Итак, рассмотрим следующую задачу. Смешали 4 литра 15% водного раствора некоторого вещества с 6 литрами 25% водного раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? Для того, чтобы решить эту задачу, мы применим так называемый метод прямоугольников. Давайте рассмотрим, в чем он заключается. Я составлю вот такой первый прямоугольник. Это будет у меня первый раствор. И он у меня содержит 4 литра 15% раствора. Плюс его смешивают с другим раствором, в котором 6 литров. Я пишу 6 литров. 25%. И у меня получается, давайте посмотрим третий раствор, какой он у меня получается. Спрашивается, сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора. Поэтому я пишу x процентов. Так? А масса зато мне известна. 4 плюс 6 получается 10 литров. Так вот, давайте вспомним следующее правило. Что такое 15%? 15% это 15 сотых. И чтобы найти дробь от числа, можно эту дробь умножить на это число. Получается, что у меня 15 сотых мы умножаем на 4. Плюс. Что такое 25%? Это 25 сотых я умножаю на 6. Так. И в итоге что у меня получается? X процентов. Это x сотых я умножаю на 10. Оказывается, нужно решить только это уравнение. Как решить это уравнение? Давайте я сейчас вот уберу сейчас лишнюю вот запись, а именно мое условие задачи. И наверху его решу это условие, решение уравнения. Итак, посмотрите, в этом уравнении есть знаменатель 100. Я обе части этого уравнения умножу, 3 обе части уравнения умножаю на 100. У меня получается 15 умножить на 4, 60. Плюс 25 умножить на 6, 100, мне же сказали, уничтожается. Получается 150. И получается у меня x умножить на 10, получается 10x. Таким образом, 10x получается 100, 210, или x равно. 210 делим на 10, получается 21. Таким образом, концентрация получившегося раствора, ответ, получается 21. Очень хороший такой вот метод прямоугольников для решения данной задачи. Рассмотрим следующую задачу. Так, условия задачи. Посмотрим на него. Оно вот такое. Итак, и мы его тоже решим этим же методом прямоугольников. Имеется два сплава. Первый содержит 10% никеля, второй 30% никеля. Из этих двух растворов получили третий массой 200 кг, содержащий 25% никеля. На сколько килограммов масса первого сплава? Тут масса, да? Масса первого сплава была меньше массы второго. Вот составляю такой прямоугольник. Первый прямоугольник у меня сколько? 10% никеля. 10%. А второе масса у меня... концентрация получает сколько? 30% никеля. И когда их собрали вместе, то получается у меня концентрация 25%, а вот масса у меня 200 килограмм. Ну как же здесь написать? А вот здесь мы вот так напишем. Если у нас масса первого сплава х килограмм, то второго сколько получится? 200 минус х. 200 минус х килограмм. А как составить уравнение, вы уже, наверное, поняли. 10% это 10 сотых. 10 сотых умножаю на х. Плюс 30 сотых умножаю на 200 минус х. И получается у меня 25%, то есть 25 сотых
умножаю на 200. То есть сложная задача заключается лишь в том, чтобы, вот в данном случае, да, как обозначить, первую массу обозначили за х, тогда вторая масса автоматически становится 200 минус х, так как третья уже известен. Умножаем на 100. Получается 10х плюс 30 умножаем на 200 минус х. Получается простое уравнение. Ну, давайте есть 25 умножим на 2, это получается 50, и еще 2 нуля, 5 тысяч получилось. Так, а теперь смотрите, вы в этом уравнении можно немножко даже подсократить. Как? Можно обе части разделить на 10. Получится х плюс 3 умножить на 200 минус х. Я на 10 сокращаю, да? Получается равно 500. Так, и дальше. Раскрываем скобки. Х плюс 3 на 200 будет 600, минус 3х равно 500. Или минус 2х равно минус 100, потому что 500 минус 600 – это минус 100, и х получается 50. Таким образом, что мы нашли? Масса первого сплава получается 50. Давайте я, может, здесь напишу, да? Масса первого – 50, а масса второго будет 150. Проверяем, 50 плюс 150 получается 200. А вопрос задачи был такой: на сколько килограммов масса первого была меньше массы второго? 150 минус 50, ответ получается на сколько? На 100 килограмм. На 100 килограмм. И рассмотрим последнюю задачу, третью. Наверное, уже вы поняли, как решаются такие задания с помощью метода прямоугольников. Итак. В сосуд, содержащий 12%, я составляю сразу, давайте первый прямоугольник сделаю, 12%, и у меня 5 литров. Некоторого вещества добавили 7 литров воды. Добавляем 7 литров. 7 литров. Но здесь добавили чистую воду, то есть там ничего, никаких добавок нету, поэтому концентрация здесь будет 0%, когда мы добавляем воду. И вместе у нас сколько получается? Так, не добавили 7 литров воды. А спрашивается, какая будет концентрация получившегося раствора. Опять пишу х%, а масса у меня получается 12 литров. Вы поняли, что если мы добавляем воду, конечно же, концентрация будет 0%. Составляем уравнение. Получается 12 сотых. Умножить на 5. Значит, еще раз. Что такое 12%? Это 12 сотых, это и есть дробь. Чтобы найти дробь от числа, надо эту дробь умножить на это число. Плюс 0 сотых умножаем на 7 равно х сотых умножаем на 12. Умножаем на 100. 12 на 5 получается 60. Плюс 0. 0 умножить на 7 равно 12х. Ну а дальше уже отсюда 12х получается 60, или х получается равно 5, потому что 60 мы делим на 12. Вот таким образом составляется ответ задачи. Давайте посмотрим, какой вопрос задачи был, сколько процентов. Ну, ответ получается 5. Такие задания у нас есть и на базовом уровне, и на профильном уровне, вот в первой части задания с кратким ответом. Решим следующую задачу. Посмотрим на условия. Изюм получается в процессе сушки винограда. Сколько килограмм винограда потребуется для получения 20 килограмм изюма, если виноград содержит 90% воды, а изюм содержит 5% воды? Эту задачу мы тоже решим с помощью прямоугольников. Для этого мы нарисуем вначале вот такой прямоугольник, который будет показывать нам виноград. Виноград, как известно, содержит воду. Давайте я тут напишу, что вот вода у меня сколько? Вода у меня 5%, нет, 20, 90% воды. Так? А что же тогда будет остальное? Вот если я виноград высушу, у меня получается изюм. А если изюм я дальше высушу, ну, предположим, положу на его на подоконник, приду через 4 года, мне там останется сухое вещество. Вот. Остальное у винограда – это сухое вещество, и оно получается 10%. Так, теперь второй прямоугольник я нарисую, может быть, чуть-чуть поменьше. Это будет изюм. Если я виноград высушу, у меня получается изюм. И он у меня содержит воду тоже,
но воды у него, правда, уже поменьше, а именно 5%. 5% воды. А что же будет остальное? Вы поняли, что остальное это будет сухое вещество? У меня будет 95%. То есть так как вместе должно быть по 100%. Так, итак, виноград высушила, получила изюм, изюм высушила, получила сухое вещество. То есть вот теперь что у нас известно? Сколько килограмм винограда потребует для получения 20 килограмм изюма? Здесь я пишу 20 килограмм, а винограда неизвестно сколько. Я пишу x килограмм. И что же у них одинаковое? Одинаковое у них сухое вещество. Равно я приравниваю вот эти сухое вещество и у изюма, и винограда. Таким образом, 10% от x я пишу 10 сотых умножить на x. Равно 95 сотых я умножаю на 20. Ой, извините, я неправильно написала. Давайте я тут исправлюсь. Так, 95 сотых умножить на 20. Обе части этого уравнения умножаю на 100, получается 10х равно 95 умножить на 20. А давайте я сейчас еще тоже здесь сокращу на 10. Получается x равно 95 умножить на 2. То есть делю обе части на 10. И получается x равно 190 килограмм. 190 килограмм. Вот столько мне винограда нужно получить. Вот оказывается, очень хорошо используется вот так называемый метод прямоугольников для решения вот таких задач. А именно задачи на проценты, на сплавы и смеси. И вот на ту задачу, которую показал последний. Спасибо вам большое.